ничего! Приведите сюда этого бездельника! Говори, куда ты спрятал сокровища? Я зарыл их под старой сосной! Где? Покажи это место на карте! Стоп! Ну что это такое, Василий? Ты опять забыл текст! Ну сколько можно уже? После реплики покажи это место на карте! Ты рвешь на себе рубашку и говоришь! Лучше сразу пристрели проклятый душегуб! Да не запоминается он! И так столько всего задают! Алгебра, история! Сочинение по литературе. А тут еще этот текст. Значит так. Или ты к завтрашнему дню выучишь эти слова, или я отдам твою роль другому. Понял? Понял. О, покажи это место на карте, а я лучше сразу пристрели меня, проклятый душегуб. Лучше сразу пристрели проклятый душегуб. Лучше сразу пристрели! А, нет! Лучше сразу пристрели меня! Вот! Лучше сразу пристрели! Он покажет это место на карте, а я лучше сразу пристрели проклятый душегуб. Пойдет. Сидоров! Итак, Сидоров, где находится пустыня Сахара? Покажи это место на карте.